Уже в декабре откроется Национальная библиотека Республики Татарстан. Здесь можно не только взять почитать книгу, но также провести время с семьей и сделать крутые фото для Инстаграм. Само пространство, оно такое, что при входе вам не нужно предъявлять никаких читательских билетов. Ты можешь представить себя в такой уютной, современной атмосфере, где, в принципе, по функционалу все есть для того, чтобы студент здесь не только готовился, но и отдыхал, назначал свидания, вел переговоры, искал работу. Ну, тоже такой вот список, который можно продолжать. Национальную библиотеку разделили на две части. Классическую, где можно посидеть, почитать книги и писать курсовые научные работы, и современную публичную. В ней оборудованы отдельные зоны для осознанного читателя, подростков, родителей и детей. Также в библиотеке есть современное книгохранилище, инсталляции и шикарная летняя терраса. Здесь открывается вид на современную часть города. Такого вида еще никто не видел ни по видео, ни в реальности. Мы будем использовать для мероприятий под открытым небом. Библиотека оборудована специальными аппаратами для выдачи книг, что особенно актуально в период коронавирусной инфекции. Если нужно взять книгу, вы вставляете читательский билет сюда, берете понравившуюся вам книгу, кладете сюда. Все, книга записана на вас, и вы смело уходите из библиотеки с этой книжкой. Вам даже не нужен библиотекарь, чтобы оформить на себя какую-то книгу. В Национальной библиотеке Татарстана есть все, чтобы любой человек провел здесь время с пользой и комфортом. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.